Тысячи непродовольственных магазинов и торговых центров в Великобритании откроются уже со следующего месяца. Об этом в ходе брифинга по ослаблению ограничительных мер сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон. В частности, с 1 июня в Великобритании станут доступны открытые рынки и автосалоны. А 15-го начнут работать все магазины, закрытые ранее из-за пандемии. Это обувные и книжные магазины, супермаркеты электроники и аукционные дома. Их подробный перечень будет опубликован позже. Премьер подчеркнул, что возобновление работы возможно только при условии строгого соблюдения правил безопасности. 3,532,000. Открывать торговые центры и магазины необходимо с предельной осторожностью. Возобновить работу в прежнем режиме будет возможно только при строгом соблюдении мер безопасности. Позже мы озвучим правила для бизнеса в условиях пандемии. У предпринимателей будет больше 3 недель, чтобы подготовиться к ним и адаптироваться.